Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы занимаемся сексом с нарциссихой. Очень интересная тема. В общем, я буду стараться буду краток, но вот если хотите, я прям опишу как можно больше, если вы наставите лайков и напишите в комментариях, что вам эта тема интересна. Суть в чем? Почему я очень люблю эту тему? В общем, нарциссихи в силу того, что они хотят вами манипулировать в отношениях. Они всегда имеют такую похожесть с истеричками в плане реализации, да, будут копировать какие-то образы, но в отличие от истеричек, они что-то свое могут туда вернуть. Поэтому секс с ними очень может быть разнообразен. Из минусов, как лично для меня, но, как говорится, на любителя, это может быть и, скорее всего, будет не совсем искренним. А в некоторых моментах будет искренним. Значит, смотрите, они очень часто склонны к тому, чтобы как-то вас унизить в сексе. Но это не совсем как в БДСМ. То есть, смотрите, вот даже ситуация с БДСМ может быть разной. То есть у шизоидки это действительно погружение в такую культуру с плетками, со всей вот этой темой. А нарциссиха, она не будет, возможно, использовать какие-то плетки. И она, возможно, даже, она же это делает только для своего удовольствия, она даже, возможно, скроет то, что она слегка вас унижает в сексе. Как это может выглядеть? Она может, ну, незаметно для вас даже как-то плюнуть, да, на вас как-то, или заметно, но вот типа для секса, но на самом деле у нее как бы другая будет, вот, понимаете, другие эмоции. Она вроде бы для возбуждения это делает, но в то же время даже такая улыбка у нее может быть на лице, что ну вот вроде бы я тебя слегка унизила, такое удовольствие. Вот. Она может склонять вас к каким-то, ну там, вот этим вот вещам, типа фуд-фетиш, что ли, это называют, там, когда ноги просят целовать, еще что-то. И это все может царапать вас. Вот какие-то такие мелкие унижения. То есть, но царапать опять же как? Если, допустим, это ваша любовница, то обязательно это будет подчеркнуто еще тем, что это увидит ваша жена. Понимаете? То есть вот это вот четкая такая игра, когда вас как-то стараются чем-то задеть, как бы вот из-под тишка. И нарцисс, он же просто издевается, то есть у него унижение ради унижения вас. И поэтому, ну, не то, что тут и унижение, и доминация, это отдельная тема, вот чем мотивируется нарцисс. Но вот нарцисс, он такой, он очень опасный в этом. И, соответственно, нарциссихи, они это очень сильно будут проявлять в сексе, вот все эти вещи. Это для своего удовольствия. А внешне они вам покажут: ой, дорогой, тебе нравится это белье, а как бы ты хотел, еще что-то. То есть, если они заинтересованы в вас, скорее всего, они в вас очень заинтересованы, если они с вами стали вообще спать, вот, то как бы первое время, особенно пока она вас не захватила вот прям свою власть над вами, она будет делать ровно то, что вы захочете. Наслаждайтесь, дорогие друзья, наслаждайтесь, но будьте осторожны, потому что это чудовище. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Да пребудут с вами оргазмы.